Каждый 10-й житель и каждый 7-й бизнес региона – клиент Альфа-банка. Впечатляющая статистика – итог 20-летней работы самарского отделения. За это время компания заслужила доверие ведущих игроков рынка и достойно преодолела 3 экономических кризиса. Сейчас самарское отделение Альфа-банка – это 14 офисов в 3 городах, сотни банкоматов в 23 населенных пунктах и рекордная чистая прибыль в 1,5 миллиарда рублей в год. Здесь была такая очень активная бизнес-жизнь для нашего банка, очень полезный опыт. Я уж не говорю о полезности с точки зрения бизнес-результатов, но и с точки зрения реализации бизнес-модели. В эпоху глобальной цифровизации экономики Альфа-банк – один из диджитал-лидеров страны. Компания активно развивает IT-сервисы и дистанционные платформы для обслуживания физических и юридических лиц. Повышенный интерес и потребность клиентов в управлении не только с точки зрения подхода продукта, как раньше было изначально, да, мы переходим в формат уже решений, предоставления решений для клиентов в комплексном виде его, не только для семьи, для него лично, но в том числе и для бизнеса. Я бы сказал, что это основные киты, на которых на текущий момент мы строим нашу работу. Ракеты и машиностроение, энергетика, торговля. В клиентскую базу Альфа-банка входит более 8000 предприятий из разных сфер. Компания тесно работает с представителями малого и среднего бизнеса. Банк делится накопленными знаниями и опытом на тематических форумах и обучающих семинарах. Мы буквально на прошлой неделе провели конференцию, посвященную продажам и все, что с этим связано. Это мероприятие посетило более 800 наших клиентов. И летом мы хотим провести еще одно подобное мероприятие, связанное с внешнеэкономической деятельностью, клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, и все, что касается 115-ФТ. На этих мероприятиях мы делимся своей экспертизой. В год 20-летия в регионе Альфа-банк реализует традиционные благотворительные проекты и готовится к грандиозным спортивным событиям, которые пройдут на стадионе «Самара-Арена».